Друзья, мы заехали, я не знаю, на край Америки, вообще в какое-то село, и здесь люди очень какие-то странные, все машины такие старые, разваленные, и ну, нереальные здесь чувства, вообще не та Америка, которую мы привыкли видеть. Даже как-то вот очень страшновато ездить здесь и останавливаться, кому-то подходить, что-то спрашивать, потому что... Это, наверное, то место, где снимают фильмы ужасов, и где это сделать очень легко. Все персонажи и все вот декорации очень этому способствуют. Видите, какие здесь почтовые боксы, и получается, почти все, кто живут в этом городке небольшом, должны забирать почту именно отсюда, именно въезда в этот поселочек возле дороги. Вот видите, как люди живут здесь, это пипец. Все в трейлерах такие, да. Друзья, вы видели, как здесь люди живут, и это Америка. То есть, если вы думаете, что Америка это Нью-Йорк, это не так. Здесь люди живут с детьми в трейлерах, каких-то заброшенных, вообще непонятно, без никаких там условий. В общем, трэш полный. Друзья, доброе утро. Morning, guys. Привет, друзья. Уезжаем отсюда и будем направляться в штат Орегон, где будем смотреть новые крутые локации. Просто нереальные локации для того, чтобы делать снимки, снимать молодоженов, и вообще очень круто. Пляж называется Руби Бич, и он находится в штате Вашингтон, если вы не смотрели мои предыдущие влоги. Блин, тупо такой дикий пляж, ветер, чувствуется сила океана. Попали к такому дереву, корни висят в воздухе, очень странное такое дерево. Я не знаю, возможно, вы знаете, откуда эти колоды у них здесь на пляже. Или они, я не знаю, здесь специально их выбрасывают для того, чтобы как-то вода берега не размывалась. Друзья, в общем, мы идем уже назад в машину, немного погуляли по пляжу, пофотографировались, кайфанули, и сейчас хочется немножко согреться и будем ехать дальше. Вот такой классный городок здесь, называется Астория. Ребят, какой же он большой, смотрите. Друзья, этот мост просто идет в воду, заходит из-за тумана, но кажется, будто он подводный. Друзья, в общем, мы нашли хотя бы какое-то место, где мы можем остановиться и сделать пару кадров с этим крутым мостом. Отличный городок. Вообще, даже он у нас в планах не был, мы просто через него проезжали и решили, что нужно будет обязательно вернуться. Даже никогда не мог подумать, что Америка настолько крутая.
ну что, мы уже едем на Кеннон Бич, и только что нас остановила полиция, засветились мигалки, и полицейский из машины помахал рукой, типа, остановить. Мы ехали именно в городке, а в городке очень низкий спидлимит, так что, если будете ездить по штатам, будьте очень внимательны, особенно днем, потому что очень полиция в Америке в этом плане жесткая. Смотрите, как люди живут. То есть возле самого пляжа Cannon Beach живут люди. И каждый день они видят супер крутые закаты. Это очень классно. Давайте пройдем немножко по пляжу и посмотрим, что здесь делают люди и какой крутой закат нас ожидает. Друзья, мы уходим из этого сказочного места, и завтра вам покажем еще новые классные места. Так что увидимся завтра. Ну что, друзья, мы отправляем Марину назад в Сиэтл. Давайте скажем Марине вместе спасибо за то, что она снимала нам эти крутые влоги, свадебный влог. И поставим Вове лайк. Да, и Марине можно. Можно подписаться на ее инстаграм. Все. Ромка, дякую дуже. Всем доброе утро, и вот мы опять в дороге, мы долго не задерживались в Сиэтле, и сейчас направляемся в город под названием Портленд. Мы хотим увидеть топовые локации Портленда, немножко погулять по городу, посмотреть вообще, какая атмосфера города, чем он живет. И также знаем, что в городе есть очень крутой мост, называется St. John's Bridge. Мы обязательно туда попадем, он очень известный, он в таком готическом стиле немножко, и даже некоторые молодожены, некоторые пары делают там свои свадебные церемонии, он выглядит очень круто. Вторая локация у нас — это очень известный водопад, он очень инстаграмный, очень популярный, также очень много молодоженов там фотографируется, место очень классное, так что поехали! Кстати, с погодой нам очень повезло. Сегодня, правда, немножко холоднее и вчера было, чем предыдущие дни, но все равно главное, что было солнышко, и тогда все воспринимается очень позитивно и очень классно, и мы можем встречать все самые красивые закаты в наших крутых локациях. Кстати, у меня есть давно идея о том, чтобы снять видео, обязательные вещи, которые нужно брать в путешествие, как и фотографу, так и в принципе людям, которые путешествуют очень часто. И если вам интересна такая тема, обязательные вещи в путешествие, в зависимости от того, на сколько дней вы едете, там на 3 дня, на 4 дня, на 10 дней, напишите в комментариях, что вам это интересно, чтобы я снял об этом видео.
вот здесь мы находимся уже возле этого известного моста в Портленде. Но он очень классный, мне нравится очень эта локация. Очень крутая перспектива здесь, и реально я бы хотел здесь снять церемонию. Друзья, в общем, очень классное место, надеюсь, мне когда-то повезет. И я сниму свадьбу именно на этой локации. Она очень классная, она очень эпичная. И классная готическая свадьба бы здесь очень круто зашла. Друзья, ну что, наконец, можно немножко сказать что-то о Портленде. Ну, в принципе, так, как я себе его и представлял. Это город индустриальный, город дождливый очень. Завтра уже будем понемножку выдвигаться в Сиэтл. Ребят, в общем, только что сделал пару кадров офигенной пары с Китая. И очень рад, потому что очень классное место, очень крутой свет. И иметь кадры такие в портфолио очень даже круто. Так что делайте подобные вещи, если вы где-то на отдыхе, предлагайте какие-то фотосессии. В общем, это все реально, это все очень круто. Нет, ты нормально, что падает дождь? Не, найс. Вот Amazing! Слово на еще. И тут уже. Окей, найс. Друзья, очень крутой водопад, называется Латурель Фолз. Очень советую попасть в это место. Оно очень недалеко от Портленда, но очень красивое и очень необычное. И, кстати, очень классно, что как раз такая погода, так как она еще больше подчеркивает атмосферность этого места, и вся зелень еще зеленее. Володя, что там? Блин, вообще такая ситуация, да, вы поняли. Походу не вариант так в машину садиться. Друзья, подписчики, сопереживание коснулось вас или нет? Это очень классно, когда вы можете путешествовать на машине, когда вы можете планировать себе сами те места, которые вы хотите посетить. Вообще старый такой городок здесь. Очень-очень интересно. Очень крутая Америка, мне очень нравится. Есть на что посмотреть, оно такое немного старое, все подзакинутое, подзаброшенное, не сильно ухоженное, но в этом и есть колорит весь этого места. Давайте теперь вкусно покушаем за весь день. В
Вот так выглядит классический американский паб-бар. Я даже не знаю, бар, наверное, назвать его можно. Играет американская музыка, люди громко общаются, и в этом и вся атмосфера. Кстати, о том, как я нашел это место, мы использовали программку Yelp. Это такое же, как TripAdvisor, только американская штука. Она показывает самые лучшие кафешки, то есть можно себе по рейтингу сортировать и по кухне, и выбирать то, что вам больше всего нравится. Как вы поняли, мы уже в Сиэтле, и сейчас отправляем нашу пленочку на проявку. За 6 пленок мы заплатили $10. Мне кажется, для штатов это вообще копейки. Друзья, если так подытожить, то проявка и скан пленки PhotoVision компании, это та, что находится в Орегоне, самая популярная, стоит $18. Это вне зависимости от того, или это 35 мм, или 120, или 240. Кроме этого, стоимость пленки $7, это уже получается $25 за пленку. И 6 пленок получается, если с доставкой с Украины в Испанию, если мы хотим, чтобы нам все качественно сделали, красиво, то за 6 пленок плюс доставка DHL, которая стоит €50, это будет в общей сумме $200. То есть такое недешевое удовольствие. В любом случае, это идет $200 на то, чтобы снять свадьбу на пленку. Если вы думаете о такой перспективе, вы должны понимать. Друзья, ну что, мы возвращаем уже машину, и наше путешествие подходит к концу. Надеюсь, вам было интересно. Надеюсь, вам было тоже так захватывающе эта поездка, как для нас с Ромой. И до новых встреч тогда, друзья. Пока-пока.